Привет. Привет, здравствуйте. Today opening Omkar Wellness in Arambal, Goa. We have nice resort with sea view. We have yoga school. We have restaurant. We have co-working place. We have nice beautiful rooms. You will come to visit in and hotel, place. Да? Yes. What this name hotel? Omkar Wellness Inn. Открывается у них сегодня, вот написано, ресторан открывается. Хорошая пища с хорошими вибрациями. Вот, и у них есть отель, йога-студия. Давай посмотрим, как вы оформили красиво. Dream Big. Все такие ловцы снов прекрасные. Прекрати мечтать, начинай делать. Думай позитивно, будь позитивным. Здорово, креативненько. And this also what? Also ресторан? Yes. Гитара. Так. Очень уютно. Мне очень понравилось. Как-то они все это быстренько-быстренько. Вот тут такой правит уголочек на небольшую компанию. Еще один правит уголочек. Смотрите, какое все чистенькое, атласное. Там кухня. Здесь ступеньки, и наверху еще одна такая комнатка, можно сказать, для непьющих, наверное. Очень красиво, мне очень понравилось. Смотрите, трубочки. Даже декорации обычной бутылки покрасили, и так смотрится очень необычно как-то, здорово. Ну вот уже заказывают люди еду, омлетик. Morning. Hello. А, еще есть что посмотреть, давай. Давай, говорит. Я вообще вышла за кофе. У нас дома нету света сейчас. Дома жарко. Пластиковые. Да. Красиво. Спасибо. Угу.
Ух ты, ну вы молодцы. Гамачок. Можно покачаться. Полотенце. Как? You know how to jump? Yes, yes, yes. Покажи, как прыгать. Ботача. Хорошо. Сколько стоит? How much room in this hotel? We have. I show you. Come mm-hmm. Сколько стоит комнаты в отеле? Сейчас покажу. Барабан. Барабан. Куда барабан понес? Есть свет. We have not light in our apartment. Ой, как уютненько. Very nice. Холодильник. Кухонка. Полочки. Большой туалет. Чайник. How much this room? Now 1600 в день. Even they can cook themselves. In season raise. Yes. Сезон будет дороже. Апна. Ажей. Кто-то здесь живет. White bedroom. Тоже уютненько. Есть AC. Очень симпатично. Very, very beautiful. Шкаф такой, который мне собрать надо. Я еще не собрала. Так. Умывальник. Чайник. The same price? No, no, price high. Ага. Это 2500. Угу. Bless you. Thank you very much. Давай, мамуль. Давай. Ну давай. Давай, мамуль. Йога скул. Ага. Класс йоги. It's already working. Йога скул. Very good view. Видно море. Угу.
Да. Классно. Очень хорошо. Наш домик не видно, но он вот за этой пальмой. Молодцы. Very good, thank you. Все. Спасибо. For showing. Ну вот кому-то, если ненадолго приезжаете, недельку, две, мне кажется, здесь будет уютно. Это очень близко от моря. Буквально минута быстрым шагом. И люди уже живут здесь очень чисто. И зелень кругом среди пальм. Так, куда? Сюда, да? Всего два цвета обыграно. Белый и голубой. Очень очаровательно. Маленький треугольный столик. Омкар Kitchen. Омкар Work Temple. И тут у них свой барчик. Thank you, bye. Художники тут разрисовали стену. На самом деле, да, вот в этом доме жила семья. Он был грязный, страшный. 3 года назад жила бедная семья, арендовала его. Девушка, по-моему, там браслетики на пляже продавала, а муж не знаю, чем занимался. Они готовили на улице на костре, и все это было грязное-грязное, запущенное. А эти ребята тоже, наверное, взяли в аренду, но превратили уже в красоту. А мне надо кофе. Сейчас вернусь домой, если нету света, пойду опять купаться. Мы сегодня уже купались с Сашей, позавтракали на пляже, но я не снимала. Без AC тяжело. Нормально. Нормальный кофе. Нормальный? Нормальный. Вот, нормальный. Нет, я растворимый не пью. Хотя бы такой. Это хорошо. Этот 160. Этот 260. Ну, наверное, тот, который дороже, лучше, да? Да. Возьму тот, который дороже. А этот, интересно. Фильтр кофе 100% Royal. Royal я люблю. Смотрите, они разные немножко. Этот поменьше. Тоже Royal. 75. Вот можно один взять маленький, попробовать. Но у меня кофемолки нету. В другом магазине я видела, ловаться было. Так, мне нужно вот это вот. Вот это вот мне нужно.
спиральные антимоскитные. Такие спиральки, которые поджигать надо. У нас вечером с 6 до 7 москита ауэр. Час москитов. И они такие злобные. Ось бы, конечно, потравить. Но страшно. Они же умные, они потом отомстят, запомнят, отомстят. Is this mine? Today, it is $200. Do you have soda, cold soda? Ой. А red, no red? Red. None? Yeah, red. Только такой? Ну давай, ладно, попробуем. Даже для геккончиков он. Ну давай попробуем. Сода, also сода. Сода. Сода, the machine. Finish. Egg soda. Egg soda. Давай, сколько? 665. Ну раз уж вышла из дома, пойду еще арбуз куплю. В такую жару холодные арбузики хорошо. Прям хорошо заходят. Привет, мой френд. Привет. Сегодня я не буду цепляться ко всему. Так, 3200, 100. Хорошо, прямо на 100 рупий. Авокадо? Нет, пока не надо. Что-то я авокадо наелась. Клубника? А клубника почем у тебя? Кита? 110. 110, да? А она свежая? Is fresh? Yes, today, now fresh coming. Сегодня свежая. Так. Там листьев, конечно, много. Держи. 210. Спасибо. Пока. Ну вот. Ничего не купила толком. 1000 потратила. Там 790. Я еще салфетки влажные купила для рук. И здесь 210. Ровно 1000. Прямо ровно-ровно. Вовсю идет работа. Строят ресторанчик. Вот такие пластиковые изделия продают. Омкар. Еще раз. Господи, что тут только не накидали. Кто убирать-то будет все эти унитазы? А унитазы, мне кажется, вот... Привет. О, привет. Из вот этого следующего отеля. Они что-то там грандиозно прямо сейчас строят. Сейчас покажу. Я не хотела снимать. Думаю, сбегаю, кофе куплю. И сегодня у меня выходной. Полностью все. Реновейшн. Да, реновейшн? Да. Так они мне нравятся, знаете. Даже на тяжелой-тяжелой работе ты идешь вся такая унылая, скучная, серьезная. Они... тащат какие-нибудь невероятно тяжелые мешки и тебе улыбаются. Приветливо причем, не то что как-нибудь язвительно, а именно приветливо. Вот за что я люблю индейцев. За их улыбчивость и приветливость. Какая крутая тут машинка-то подъехала.
Харьер. Харьер. Привет, Шарат. How are you? Fine. Так, Джек. Джек, иди по месту прописки. Шуруй. Давай. Нечего тут. Ищу тут, пытаюсь найти. Кто-то унес мой тапок. Нашла в кустах пока что коврик мой. А куда тапок, не признаются, кто и куда дел. Вот он, у меня один остался. Джек подсиживает нашу моську. Надеется на эти вот дегри. Что там у нас? Если сейчас свет не вернулся, я иду купаться. А гном идет купаться. Сейчас посмотрим. Нет. Нету света. Джек. Джек. Иди. Иди давай. Иди. Много мест. Иди. Да. Меня никто не боится. Хотя я очень строгая. Я строгая и даже злая. Как мне написали. Страшно представить, что творится, когда она выключает камеру. А что творится? Собираю все педигрипалы, обратно прячу в мешок. Всех выгоняю с веранды. Вот что творится. И они меня все боятся. Матушка, я вернусь и покормлю, ладно? Я уже вышла, я уже настроилась купаться. Ты все равно тут все время околачиваешься. Моется. Ой, покупалась хорошо. Море теплое-теплое. Вещи оставила там ребята, которые нам привезли колбасу, огурцы соленые, капусту квашеную, рыбу. Вот. Они там были. С ними вещи оставила. Возвращаюсь. Музыка гремит. И Андрей говорит, свет, видимо, дали. У вас, говорит, сразу начали сообщения приходить. Телефон чирикал, чирик-чирик-чирик. Вот. И все кафешки включили музыку. Раз свет дали, можно домой возвращаться. Так, здесь вот у них сбор стекла. Смотрю, всякие стеклянные бутылочки. А сегодня пришла девушка. Мы за угол кладем в пакетик, складываем наши эти из-под минералки. Она взяла только легкое. Только вот жестяные баночки и пластиковые. А стеклянные не взяла. И верная Моти сопровождает. Ну где эта мать-героиня-то? Я ж видела. Вон она под машиной. Мать, выходи. Кушать будешь. Выходи. О, Господи. О, Господи. Все, здесь сидите, ждите. Всем ждать. Good morning, Крупак. You can swim. Very good. Very good. I swim already second time today. Ага. Я думаю, эта мать героиня сожрала уже то, что тут было. Рупак, no light. No light. On the beach, light come back. На пляже свет вернулся, а здесь нету света. Зря я мчалась. Пойдем. Где... Ой, да господи, ну что ж ты под ногами-то? Где второй малыш? Мама, иди сюда. Иди сюда, мама. Она такая молодец, она детям уступает.
стоит, ждет, чтобы наелись. Ей приходится в сторонке давать. Ешь, ешь. Увидел. И этот увидел. Это не доели. Пошли к маме. А, Рупак, come back, light, come back. Come back, just now. Прямо сейчас вернулся свет. Ура! Ура! Ах, Эми. Поток пальцев поднимется. Пришли на сансет с друзьями, со зрителями. Мутненько, конечно же, тут. И вообще все тут. Ну, мне кажется, много народу. А, хорошо, ага. Ну вот они все время предлагают, и мне писали, что почему не могли же купить браслетик какой-нибудь дешевенький, помочь девушке. Потом они просто будут постоянно подходить. Я знаю, что мне здесь еще несколько месяцев, да, несколько месяцев тут жить, поэтому я даже не буду начинать это вот все. Очень сложно, они могут стоять там по полчаса и убеждать. Ну, раньше турами всегда было выгоднее, сейчас, а сейчас тоже турами. Согласна, мы последний раз были вот прям год перед пандемией. Вот и мы это уже. И вот, и поэтому 4 года в том году мы летели на Шри-Ланку. Пью tomorrow, завтра. Все, солнце закатили почти. Каяки плавают. Кстати, хорошо закатывается. Ну, все равно тачдауна не будет. Да. Ну, мы ждем вчера тачдаун. Вчера было метров на еще выше. Как это? Уже музычка какая интересная будет. Давай со ссылка. Ну какая-то музыка есть. Это музыка с другой кафешки. Неважно. Рупак, Рупак. Рупак. Рупак, дома, дома, твой. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл для папы. Ой, у меня лампочка включилась, кстати говоря. Класс. Давай врубай уже энергическую. Нам нужен квадро. Ира, you also come, come, come. Сделай рок-н-ролл для папы. Давай. Оксана, why not? Come on. Оксана, давай, вставай. Тоже вставай. Давай. Пойдем, мадам. Давай, пойдем. Пока на дом. О, ура, ура. Ищите нас на всех каналах. Ничего, а что, у нас пати же, пати. Оберлен. Сейчас ты меня увидишь, а ты меня скажешь. Эй, диджей, поставь компакт. Пришлёшь потом, Серёжа? Обязательно. Папа, папа, нежный танец. Калинка, малинка, малинка моя. Да не дивить, что тут? Только народу поднялось, можно да, как-то вот развить эту тему. Да, да. Где было?
хотя было в цикле, поэтому это. Молодец, привел девчонок. Разлучили. Давайте вас втроем. Давай, давай. А Ирину заработай однозначно. Тора-тора. Отлично. Очень хорошо посидели. Так весело.